Здравствуйте. Продолжаем практику. Сегодня у нас день тактильный, день прикосновений. Так что через этот канал будем заходить в нашу практику. Ну, здесь вот, как обычно, я предлагаю важный этот контекст, что когда мы касаемся чего-то другого, то мы касаемся своих ощущений одновременно с этим другим. И также второй контекст, что мы можем через один канал восприятия метафорически рассматривать все восприятие как таковое. Хорошо. Давайте сейчас коснемся своего состояния, как вы сейчас, как телесно вы себя чувствуете, как дышится, какое настроение, как в целом. Звук гонга пересечем пространство нашей практики и пойдем дальше в настройки. Когда мы сейчас так символически входим в это пространство практики, чувствуете ли вы его как-то, некое специфическое пространство для вас, чего касается ваше внимание здесь, сейчас? Давайте оглядимся в пространстве, включим больше визуальный канал, но при этом, беря опять же эту метафору касания, если мы будем касаться разных объектов взглядом, и можем замечать, как это прикосновение происходит, как взгляд хватает объекты или пытается проникнуть, может быть, в них, или касается, как-то просто касается. В общем, можем поисследовать сам взгляд наш, саму встречу с объектами. И поисследовать вот этот алгоритм. Вот есть встреча, пребывание какое-то время с этим объектом, в этом желание уйти от него и двигаться дальше взглядом. Что движет ваш взгляд? Как это происходит? В каком прикосновении, с каким объектом хочется задержаться дольше? Откуда хочется идти? Может быть, убежать. Как вообще весь этот ритм прикосновений взглядом к объектам происходит, переживается, чувствуется. В какой-то момент можем посмотреть перед собой, отпуская взгляд, как будто касаясь, воспринимая пространство шире, более открыто. Также вспоминаю, что пространство есть над нами, по бокам, сзади, со всех сторон. Мы можем чувствовать, не только видеть. Под нами есть опора, которую мы можем чувствовать физически. Так мы можем приходить в большей степени присутствия, касаясь реальности, переживаемого опыта, всем восприятием, которое у нас есть. В какой-то момент можем позволить глазам закрыться, почувствовать, что меняется. Чего касается внимания сейчас, когда визуальный канал ушел,
Вздыхаем поглубже, несколько раз отпуская выдох. Вместе с выдохом отпуская лишние напряжения, отпуская вес тела. Чувствую, что меняется в эти моменты. Просто с этим простым вздохом. И опустим внимание в точки опоры, почувствуем таз. Чуть больше наполняя вниманием вот это ощущение плотности контакта и его изменений, этого ощущения. Поднимемся вверх к макушке, как будто подвешивая ее, немножко вытягиваясь за ней. Подбородок при этом утапливается в горло слегка. Меняется ли здесь дыхание, если мы так вытягиваемся чуть вверх? Качаемся корпусом вперед-назад и стороны в сторону, улавливая вертикальную ось. И соберем все вместе. Тяжелый таз, вертикальная ось, макушка устремлена вверх. Подбородок слегка утапливается в горло. Плечи, руки стекают вниз. Руки лежат спокойно. Живот мы отпускаем. И потихонечку-потихонечку размещаемся в позе, чувствуя, как она влияет на нас. Дыхание сейчас здесь же. Затем давайте вспомним о смысловой, ценностной части нашего опыта. Вспомним, зачем мы здесь сегодня, сейчас, как это связано с проживаемым периодом жизни сейчас вашим, как это связано с вашим жизненным путем в целом, вашей дхармой. Связывая все это вместе, можем посвятить сегодняшнюю практику чему-то значимому, имеющему смысл для вас одновременно сегодня, сейчас, в этом периоде жизни, для жизни в целом. Если вы посвящаете, то как прикосновение к этому смыслу влияет на вас. Хорошо. И затем давайте вернемся к телу. Пройдем по отдельным участкам, замечая, что в них меняется, когда мы касаемся вниманием этих участков. Начнем с глаз, глаза, мышцы вокруг глаз, пространство за глазами. Нижняя челюсть, если отпустить, почувствовать ее вес. Влияет ли это на дыхание, если мы отпускаем челюсть? Язык во рту, как он ощущается сейчас. Лицо, все лицо, кожа, мышцы.
И затылок, шея, плечи. Плечи могут потечь вниз за весом рук. Каждым выдохом. И сами руки. Можем почувствовать их вес, как они лежат спокойно. Это ощущение спокойствия в руках, когда они ничем не заняты, просто лежат. Как переживается. И спина, дыхание в спине. Она раскрывается, расширяется на вдохе. А на выдохе лишние напряжения могут стекать вниз вдоль позвоночника. И расширим внимание до всей грудной клетки, чувствуя, как ребра расширяют, спадают. Вся грудная клетка в всем объеме движется. И солнечное сплетение живот. Таки раз, подходя в эту зону, можем живот отпускать, если он втягивается. И как будто приглашать его к дыханию, чтобы он немножко двигался вместе с дыханием. Затем пах, промежность, ягодицы, еще раз вес тела, чувство опоры. Ноги от тазобедренных суставов к стопам. И снова вернемся к переживанию всего тела, как вот этой формы нашего сидения, сбалансированной, устойчивой. Можем наполнить ее своим присутствием, как будто разместиться в ней, в этой форме. Дыхание сейчас здесь же. Можем чувствовать его течение, и давайте возьмем несколько дыхательных циклов как бы по одному, начиная с начала вдоха, двигаясь вместе с этим дыханием до следующего вдоха. Снова начиная с новым вдохом двигаться вниманием. Быть с ним, с этим дыханием. Очень хорошо. И дальше давайте пойдем в исследование вот этого нашего тактильного канала. У нас есть тело как форма. Поза. Переживание цельности тела. Есть текущее дыхание. Можем сейчас чуть больше сосредоточиться на коже. Замечая там, где касается одежда, ощущения, там, где касается воздух, чувствуя соприкосновение с опорой, плотности контакта. Также можем
дыхании, чуть больше сосредоточиться на ощущении тактильного контакта, когда воздух касается ноздрей. Идет дальше по носовым проходам, по гортани. Прохладный воздух на вдохе, теплый на выдохе. Нужно осознавать вот эти все тактильные ощущения по всей коже, включая дыхание, там, где оно касается, воздух касается кожи, внутри носа и горла. Ну и затем давайте чуть больше сосредоточимся на ладонях, на руках. Вот они лежат спокойно у нас сейчас пока. Можем почувствовать кисти рук, ладони, кожу. Сейчас теплые или прохладные. Может быть, пока мы чувствуем, наблюдаем, свидетельствуем, ощущения в руках не как-то меняются. В какой-то момент давайте одной рукой, так чтобы не особо нарушать позы, снимем с чего-то ближайшего к нам, что есть близко. Просто прикоснемся к этому, к этой поверхности. Может быть, можно положить руку на эту поверхность, чувствуя ее вес руки. Это первое прикосновение, как она ощущается. Какая поверхность под вами, под рукой? Теплая или прохладная? Гладкая или твердая? Или шероховатая, твердая или мягкая? Ощущается встреча. Тут же можем вспоминать этот аспект, что если мы касаемся чего-то как другого, не себя, ощущения все равно принадлежат нам, нашему восприятию. Поэтому одновременно мы касаемся, чувствуем что-то другое, свои ощущения осознаем. Мы немножко можем поисследовать эту поверхность, если чуть-чуть, двигая пальцами, ладони, исследуя изменения ощущений. Дальше какое-то время предлагаю поэкспериментировать с разными поверхностями, где-то неподалеку от вас. Что-то может быть, если мелкие предметы, брать в руку, чувствовать их целиком в руке, их вес. Еще один фактор. Можем включать две руки одной рукой, например, касаться чего-то одного, другой другого, сравнивая ощущения. В общем, у нас есть какой-то спектр исследований. Можем касаться, например, своего тела, чувствуя, как это, и каких-то предметов рядом, сравнивая ощущения. Давайте посвятим несколько минут такому исследованию.
В этот момент я предлагаю положить либо обе руки на тело, одну на грудь, другую на живот, либо одну руку там, где дыхание чувствуется больше, либо, значит, на груди, либо в животе. Это если вы кладете руку или руки так, чувствуя дыхание, можем почувствовать, собственно, что переживается в эти моменты. Когда мы касаемся вот этого живого нашего дыхания. Можем какое-то время остаться с этим ощущением, переживанием. Чувствуя дыхание одновременно изнутри, как оно дышится телом, как будто бы снаружи, рукой своей же. Касаясь дыхания. Постепенно можем расширять наш опыт прикосновения от непосредственно вот этого тактильного канала ко всему восприятию в целом. Можем положить руки как удобно или оставить их так, как вам удобно. Просто постепенно будем переходить к нашей практике чикантаза, расширяя опыт чувствования, переживания, свидетельствования, восприятия, осознавания. Так у нас есть форма тела, поверхность, ощущение на поверхности кожи, по всему телу, ощущение внутри тела. Есть текущее дыхание. Здесь же, где дыхание, может быть, чувствуется какой-то аромат или отсутствие аромата. Можем это осознавать. Может быть, вкус во рту, привкус. Также можем вспомнить о слушании, что оно уже здесь все время было и сейчас есть. Как бы открыться к этому слушанию. В это пространство, как будто бы открыть себя в это пространство, отпустить в него себя. Глаза можем приоткрыть, если они закрыты. Смотреть расслабленно, не хватаясь за предметы, за объекты, касаясь. Вот у нас есть все эти условные 5 каналов восприятия, открытые наружу. И 6-й, то, что мы распознаем во внутреннем мире, мысли, чувства, состояния. Тоже как феномены, как внешние феномены, так и внутренние. Все это просто течет, меняется, движется. И можем отпускать себя вот в это присутствие со всем, что есть, с жизнью, как она есть. Пуская лишние действия, лишние усилия.
будто бы если вы долго делали какую-то работу, а потом просто сели посидеть. Вот с каждым выдохом можем просто отпускать себя в это переживание, сесть, посидеть. Послушать жизнь. Давайте так посидим какое-то время.
Мы постепенно будем двигаться к завершению сегодняшней практики. Как обычно, сейчас можем просто осознать, снова коснуться своего состояния, как вы сейчас, как вы телесно себя переживаете, как дышится, какие оттенки настроения сейчас вы замечаете, общего состояния. Что в большей степени проявляет практика, какие качества для вас. И затем можем поблагодарить друг друга. Просто вот за это. За эту встречу, за это событие, за это пространство, которое мы создаем вместе. Каждый своим приходом создает это пространство. Спасибо вам за это касание события. Если какую-то минимальную благодарность вы чувствуете, то можем пойти за ней и пожелать друг другу чего-то хорошего и доброго. Просто тоже спонтанно, искренне, что родится. И касаясь этих пожеланий, к намерению, может быть, какого-то чувства, которое стоит за этим, можем замечать, как это переживается. Затем, если мы расширим памятование о своей санкхе, она у нас у каждого своя, какая-то конфигурация наших отношений с другими существами. Здесь можем расширить эту область существ. Не только люди. У вас есть животные близкие или растения. Или, может быть, даже вещи какие-то вы захотите включить в эту связь с другими. Можем просто повспоминать с благодарностью тех, с кем или с чем случается у нас это событие в нашей жизни. Сказать им спасибо. Тоже, если какой-то оттенок благодарности хотя бы есть, то мы можем пойти за ним и пожелать, кому захочется сейчас пожелать, кому-то из близких существ ваших, желать чего-то хорошего и доброго. Чувствую, как это разворачивается тоже у вас, в вашем опыте.
делает ли это что-то с вами. То есть совсем маленькое. Добавляет ли какой-то оттенок к переживанию. Затем, чтобы чуть больше объединить нашу жизнь, прошлое, настоящее, можем вспоминать какие-то события из прошлого, которые важны для вас, периоды, может быть, долгие периоды или короткие моменты, каким-то причинам важные вам, ценные, которые случались с кем-то или с чем-то. Можно сказать спасибо за то, что было. Если оно было, значит, оно продолжается, если мы помним об этом. Через память можем связывать времена. То, что было, каким-то образом влияет на нас сейчас. Отдельно я предлагаю поблагодарить учителей, кого вы считаете учителями своими. С кем-то вы встречались вживую. Кто-то пришел к вам через книги или образы какие-то. Можем сказать спасибо за эти прикосновения, за этот контакт. Тоже, если вы вспоминаете с благодарностью тех людей и прочих существ, кто на вас повлиял наиболее каким-то важным, радикальным образом, можем пожелать кому-то из них, если кто-то из них жив еще, особенно, пожелать чего-то хорошего и доброго. Может быть, захочется поблагодарить кого-то или что-то еще и пожелать кому-то еще чего-то хорошего, чего я не упомянул. Может быть, вам захочется себя поблагодарить и пожелать себе чего-то хорошего и доброго. И затем можем вот раскрыться больше к пространству во все стороны, бесконечность. Пожелать чего-то хорошего и доброго всем чувствующим существам, всем страдающим существам. Может быть, освобождение от страдания, освобождение от отчужденности, замкнутости. Может быть, еще чего-то. Хорошо, и можем в завершение еще как-то подумать о сегодняшнем дне. У кого-то он только начинается, у кого-то уже продолжается. Еще какое-то время у нас есть этого дня, и можем подумать, как хотелось бы его встречать, чем, каким собой, какой собой встречаться с этим днем. Мы не знаем, что он нам принесет, но мы можем знать, как хотелось бы отвечать тому времени. Можем взять это, эти вопросы с собой, как вопросы для памятования. Отпустить здесь все, что захочется отпустить сейчас. Давайте себя погладим. Снова включая в большей степени тактильный канал. Погладим по животу, по кругу, по часовой стрелке. Сначала. Потом по всему телу разглаживая.
что кожу, мышцы, какие-то, может быть, потереть, помять, какие-то участки захочется. Ай, потянемся, раскрываясь пространство в пространство. Глядимся еще раз. Так ли пространство видится, как в начале, или, может быть, немножко по-другому? Как вы в целом себя чувствуете? По звуку гонга завершим, закроем это пространство практики и 10 минут посвятим творческому отклику.
Давайте поговорим. Ну вот у нас постоянно конфигурация немножко меняется наших участников здесь, кого я здесь вижу. Кто-то приходит в одни дни, кто-то в другие. И напомню, что мы вот сейчас последняя неделя у нас этого ретрита, потом начнется сразу следующий. Но этот завершается, и как бы условно, если мы темы выбираем какие-то, то, соответственно, можем также условно как бы отделять вот эти временные периоды и ну как-то так подводить какие-то итоги. Соответственно, вот я предлагаю в эту неделю подводить итоги этого ретрита, как вы вот с этими аспектами практики, как это, если помогает в жизни, то как именно и что вы замечаете, что важного, соответственно, что берете с собой, если туда дальше куда-то, если берете. Вот, давайте продолжим этот разговор. Да, Ларис, Ларис, скажите, пожалуйста. Всем доброе утро. Я не знаю, может, прервется трансляция, потому что нет электричества. Ну, хочу рассказать о своем опыте. Для меня этот ретрит, конечно, какой-то этапный, очень-очень такой, очень мощный. Как бы по своему, как такому субъективному ощущению, где-то он уже как-то недавно еще ощущалось такое, как проживание полгода, а сейчас, наверное, уже и больше. Вот. Ну, в общем, одной из моих таких главных задач, когда я искала себе, в общем, искала способ, как справляться с вызовами войны, это было, ну, в общем, это было, как справляться с вызовами войны, и, собственно, вот таким образом я нашла вас, ну, хотя знала очень давно, лет 10 назад, и начала ну, как бы изучать ваш подход и проходить ретриты. Вот. И вот последний ретрит, он, да, для меня какой-то был, вот, знаете, такая квинтэссенция всего того опыта, которого, ну, который вот накопился вот за вот эти, сколько там, 1,5 года я с вами. Вот. И как-то он пошел в каком-то таком формате тех ретритов. Я в свою жизнь их там прошла очень много. Вот, если раньше просто вот, ну, вот ваши ретриты, ну, как-то ровно он шел, там, освоение техники, освоение там, там каких-то моментов теоретических, введение это все в свою жизнь, то здесь он как-то пошел по такому как бы сценарию, как вот у меня обычно ретриты проходят, то есть до середины ретрита это как бы ну, как бы накопление, 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 потом середина ретрита, такой какой-то у меня происходит катарсис, очень такое непростое время, ну, скажем, какое-то, как сказать, доходит вот это до максимума какой-то, какая-то трансформационная часть, которая очень непросто проходит. А потом раз, ты выскакиваешь в какое-то совершенно новое качество, как бы трансформировавшись. Вот так и у меня происходило. У меня очень был тяжелый июль. Как-то такое, знаете, ну, благодаря тому, что каналы ощущений, восприятия, они как бы расширились, я стала больше видеть, больше слышать, больше это все сопереживать. И было очень сложно, потом как-то физика поехала, ну, какой-то такой странной болезни, ну, заболела я. Ну, как бы у меня есть такое знание, что здесь существуют такие йогические болезни, она как бы болезнь не болезнь, понятно? То есть она
лекарствами не лечится, собственно, надо просто либо перетерпеть, либо сказать стоп, если там, так сказать, тело не выдерживает. Но я перетерпела, фактически я ничем не пользовалась, никакими лекарствами, потом хоп, я выскочила. А выскочила я в какое-то пространство свободы и освобождения от этих всех переживаний. Остался опыт войны, но переживания, вот я думала, что, знаете, как бы уже мне не так мало лет, думаю, ну сколько, ну большая часть жизни прожита. Закончится война, и следующую часть жизни я буду защищать, если брать обычные какие-то методы, все это пережевывать, с этими травмами. Вообще меня какой-то такой не устраивал сценарий. И вот благодаря, наверное, в том числе за дзен, работа с каналами ощущения, оно что-то там происходило, и я выскочила в это пространство свободы. И критерием для меня было очень, что это никак бы я себе не надумала. Ну, то есть как бы я себе и верю, то есть мне и доказывать ничего не надо. Но вот последний вот у нас был самый большой прилет, ну, пару дней назад, девушка. Вот. И я сравнила свою реакцию, которая была в первый год войны и второй год войны. У нас как раз происходил тогда одно тоже, ну, там взрыв на Каховской, вот этой ГЭС. Тоже было непростое время в тот момент. У нас был ретрит «Не бойся». Он очень сильно мне помогал. И вот этот вот третий, так сказать, год войны. И я посмотрела, как я реагирую. Если первый год войны, там, конечно, это там тревожность и адаптация к этому всему происходила. Второй, когда мы вот с тревожностью боролись, работали. Вот, это была вот такая вот тема прохождения сквозь войну, как бы ты проходишь сквозь это, тоже мне помогло. А третий год я посмотрела, что я даже не отреагировала. А, я помню, что когда было это все происходило, я тут же садилась в дзен, оно мне помогало чисто физически. А третий год я смотрю, что я даже вообще не отреагировала. Хотя тут, конечно, стены дрожали. Ну, в смысле, не эмоционально, не физически. Ну, есть там что-то за окном есть. С одной стороны, конечно, это не, это, как сказать, не бесчувственность, я это все чувствовала, стены дрожали, земля там гудела, там что-то летало, не отмороженность, включенность всех этих каналов ощущений. Меня такая, что порадовала эта реакция, и вот оно прошло, знаете, как вот эта волна прошла, успокоилась, и все, я дальше пошла, так сказать, работать, и то есть это уже я к чему веду, к тому, что оно уже происходит. Это не автомат, а это какая-то уже какая-то другая степень обученности, как я себя представляю. Другая степень. То есть ты выше этой ситуации. Она, ну, прошла, ну, понятно. Да, там, конечно, были разрушения, все такое. И, ну, слава богу, людей в Киеве вроде как и не погибли, люди, да. Все нормально обошлось. Ну, в других городах там ППО похоже. То есть для меня это такой критерий, что что-то внутри меня произошло, реакция. И вот я еще заметила, что весь этот груз войны, вот после всего этого, он как, знаете, как рюкзак, вот он схоп и где-то вот слетел с меня. При этом опыт, так сказать, остался, я не хочу его забывать. Я, то есть, но вот эта эмоциональная часть, вот это раздражение, вот эта усталость войны, она где-то вот... Ну, в общем, я для себя, вот, если есть освобождение, наверное, вот, есть разные стадии освобождения, то есть я могу сказать, я не знаю, как это там дальше будет, что развиваться, но вот освобождение вот от этого этапа 2,5-летнего у меня лично произошло. Я считаю, что это благодаря этому тренингу очень сильно произошло. Вот, еще такой момент хочу сказать. Вот мы работаем с 6-м каналом, он для меня наиболее такой, как это сказать, близкий оказался, вот, и он стал какой-то, ну, раньше я так, образы, слова, ну, как бы с этим я работала, для меня это привычно, а тут он какая-то, вот этот 6-й, он более какой-то объемный стал, у меня вот равноценность стала визуального, ну, как бы, как это, обычной жизни, да, и вот этой внутренней, она как-то выровнялась, ну, то есть вот я могу там не просто там что-то наблюдать, а кстати, вот мы работаем там, наблюдать свое состояние. Я вспомнила, что у меня еще есть большой такой хороший бэкграунд работы с состояниями. Я занималась этим годы с преподавателями. Но произошел такой момент, те люди, которые мне преподавали это все, они, когда началась война, не заняли какую-то позицию в отношении войны. Ну,
скажем так, странную для меня. Это не то, что там надо Украину поддерживать, но для меня это было, ну, как знаете, какое-то разочарование, что вот вроде как духовные люди, а реагирование как обычного человека с советским бэкграундом, когда Украина там чья-то там колония или там, я не знаю. То есть для меня это было разочарование. Следствием этого разочарования, сейчас смешно, конечно, было то, что я этими методами как-то не смогла пользоваться. Вот стоит такой этот, как это, стена, все, я не могу, у меня есть как бы в арсенале, в арсенале у меня есть инструментарий, я им не могу пользоваться из-за этой такой, скажем, смешной детской обиды, как я себе объяснила, но еще поделать не могла. И вот во время вот этого нашего ретрита последнего, я заметила, что когда идет эта практика благодарности, в какой-то момент я перестала себя ментально, вот кому-то мне еще вспомнить, какого еще учителя, я отпустила это все, вот что придет и придет. И вот начал приходить ко мне этот учитель, и я прям смотрю, вот как-то я его вижу, а, как-то мне так, какое-то так тепло, как мне как-то классно. Я думаю, боже, сколько всего классного я, так сказать, у него узнала. И вот все эти годы у меня там стояли две книжки его на полке, наконец-то, я их не убирала с полки. И наконец-то я одну из книжек вытащила, начала читать, это как раз то, что мне надо именно по работе состоять, и мне такая благодарность, такое, вот я не знаю, у нас сейчас такое общение в таком плане, я не знаю, какую сейчас политику по Украине занимают, не читаю, мне это не интересно, но на тонком плане я смотрю, вот этот вот какое-то прощение, да, оно прошло. И это такой мне ресурс дало. Это тоже еще одно из следствий вот этого нашего ретрита. Вот. Ну вот это, наверное, пока все, что я хочу сказать. Наверное, еще что-то очень многое придет. Вот. Вот. Поэтому для меня это, конечно, такой этапный, освобождающая практика, очень глубокая. И прям вот подняло все то, что я не могла с чем годами справиться, ни с какими психотерапевтами. У меня как бы обиды нет, ну, как бы простым там, ну, как бы с родственниками, с окружением у меня вот как бы нормальные, давно нормальные отношения, это как бы меня не это самое. А вот с некоторыми учителями вот какая-то вот такая, я не могла, я и понимала, что это как бы моя проблема, но я ее никак не могла не убрать. И вот через эту практику благодарности, отпускания, вот начали как-то приходить учителя, с которыми мне как-то, ну, их немного на самом деле, там несколько человек, но такой, представляете, огромный кусок жизни прожит, и тут как бы оно закрылось, потому что у меня чего-то где-то как-то не срослось по социальному этому. То есть настолько это все ерунда сейчас кажется, но это на самом деле ерунда, которую я не могла справиться годами. Вот справившись, то есть получается, ты имеешь огромный ресурс, то есть ты вот наконец-то можешь присваивать. Вот то знание присвоить себе, потому что куча и времени как бы ушла, ну, в смысле, на это все потрачено, ну, и всего остального. Вот, но из-за обидки есть же какая-то линия передачи, да, а тут, получается, ты, вот оно перекрылось, потому что что-то внутри тебя, какая-то картина мира твоя оказалась уже, чем то, что ты как бы имеешь в своем, как бы, в арсенале инструментария. Инструментальным. Вот. Так что спасибо огромное. Я даже не знаю. В общем, такое у вас освобождение. Оно еще продолжается, думаю, еще. Как бы наш ретрит не окончен. Вот. И в общем, наверное, еще что-то. Но это, наверное, основное. То, что вот этот груз войны и обидка. Вот она ушла через благодарность. Практика благодарности вообще на какая-то такая животворная. А, еще такой момент. Значит, наверное, вслед за вами вы много рассказывали про кладбище. Это у меня тоже такая тема про кладбище с начала войны. Первые дни, которые что там случилось, как только в Киеве все успокоилось, я пошла на кладбище с экскурсией. Оно так и продолжалось все эти годы. Вот, последнее кладбище вообще просто, если первые они как-то так меня успокаивали, то последнее, оно просто в какое-то дно меня вогнало в такое, я не знаю, я вот сейчас читаю эти тибетские книжки про Бордо, и вот это вот, наверное, в миры адов я попала, вот эти все, вот, и значит, с этими кладбищами,
То есть, как бы еще такая сторона кладбища я увидела вначале одну, а теперь вот как бы в другую. Ну, как бы справилась со всем этим. Вот. И отношение к смерти, опять же, вот, чтобы тоже пришлось быть на многих похоронах, вот тоже, опять же, во время этого ретрита какая-то бесконечная череда похорон молодых людей. И тоже было это все сложно, это все как бы эмоционально. Вот. И получается, что и вот это тоже как-то, оно хоп, и перевело на какой-то другой уровень понимание смерти, не, вернее, не понимание, а ощущение. Жизнь, смерть. И вот еще хотела к чему это рассказать, что в воскресенье мы с моими друзьями-волонтерами, не только волонтерами, там с практиками, собираемся в лесу, там, чтобы энергии это самое, там, покупаться в воде 12 градусов, это тоже очень сильно, так сказать, энергетизирует, очень классно. И в какой-то, ну, и мы там какой-то момент начали там песни петь, уже давненько. Садимся, пикник, мы там песни поем, вот, причем какие-то такие украинские, я такой диджей там, и редко пела, потому что вокальный центр у меня не это самое, как-то вот закрылся редко, ну, вот, в последнее время редко пою. Вот, а тут как это вот в связи с переосмыслением вот этой смерти, тут еще была такая информация, что сейчас в Украине количество смертей, ну, официальная статистика, в 3 раза превышает количество рождений. Как-то еще вот это почитала. И как-то вот мы сидим, собираемся, так сказать, песни петь, ага, и тут у нас возникает, есть такая песня «Многая лита», «Благая лита» и так далее. Вот. И мы как-то раз спели, второй раз нам понравилось. А тут, значит, я прихожу и говорю, а слушайте, а что бы нам не сделать вот этот ритуал? Есть ритуалы смерти, потому что когда я ходила на эти похороны военных, там реально новые ритуалы военные, именно такие, как не знаю, рыцарские, казацкие, там, это не то, что я как бы видела раньше вообще, это совершенно другой какой-то. Там нет этих криков, визгов, там какая-то вот такая сосредоточенность, может быть, даже сходна с дзенскими монахами, не знаю, что-то, то, что я видела в кино, с такими вот, скорее, какими-то традициями, я не знаю. Вот, и я вот говорю, значит, вот есть ритуалы смерти, вот, а есть, давайте, ритуалы жизни, ритуалы радости, опять же, к вопросу о сопереживании радости. И вот мы как-то, я, значит, приготовила там целую такую презентацию, рассказала, какие бывают эти много элит, они есть церковные, они есть эти светские, значит, набрала этих самых видео, показала, боже, мы как запели. Вот. А, кстати, это было перед вот этой большой атакой. Она была в понедельник, а мы в воскресенье пели. Мы как начали петь это много элит, а мы так сидим по кругу и по часовой стрелке, каждому поем много элит, вот, благая элита. Потом, значит, ну, каждому человеку называя его по имени. Потом говорю, давайте споем там воинам ППО, там в ЗСУ, который нас охраняет. Воинам спели много элита. Потом давайте Украине споем. Короче, меня было не остановить. После этого я уже целую неделю пою, я не могу остановиться. То есть вокальный центр как бы у меня раскрылся заново и прям тоже какой-то комок отсюда вот ушел вот с этого, ну, с этой чакры, если говорить. Так что вот такие вот интересные моменты и такие интересные разворачивающиеся вещи вот наших практик благодарности, с этой с радости, меты, ну и так далее. То есть вот в моем варианте оно, в общем, дальше вот развивается, притворяется вот таким вот образом в жизни. Спасибо. Спасибо, Ларис. Мне важно, конечно, очень ваши такие подробные раскрытые обратная связь, потому что действительно показывает, как практика может в разных областях жизни там как-то оказывать влияние. Спасибо. Вот Мзион тоже откликается на ваши слова. Благодарю, Лариса, что делитесь переживаниями, внутренними трансформациями, как будто живу еще одну жизнь, еще в одном теле и получаю бесценный опыт жизни. Я, ну вот по поводу благодарности и вот этим, ну как вы говорили, ну я просто знаю вашу историю, про вы мне рассказывали про учителей, про этих. И действительно такая сложная тема, потому что, ну как бы, вот как нам распределять это внутри себя, ведь это же, ну важно, вот есть действительно какая-то позиция, которую человек занимает. А сейчас и она не совпадает там с вашей
Есть, а есть вот весь этот опыт, который вы прожили, ценный. И вот как это все разместить, бывает очень сложно. Потому что, опять же, там как-то наше это сознание, которое стремится к крайностям обычно, ему сложно вмещать, сложно вмещать сложность, вот этот объем, как объемность. Но получается, что здесь вот, вот этот, мне кажется, важный аспект, вот вы говорите о своих, ну, о том, что вы сейчас переживаете, там, благодаря, в частности, там, на нашей практике, нашим там встречам. Но это же ложится действительно на почву всей вашей жизни, вот всего вашего опыта предыдущего. Поэтому я, например, сейчас, ну, и стал предлагать вот эти в нашем, в конце, в завершающей этой части воспоминания о прошлом, как такую связывающую, ну, цельность жизни. Ну, мне кажется, особенно сейчас вот это важно связывать времена. Мы вот временные существа, существа времени. И вот эти очень разные аспекты времени нам могут быть важны. Ну, в смысле, что они все важны. Мы в себе, как люди, именно человеческие существа, мы их объединяем. С одной стороны, нам важно вот это моментальное время, ну вот прямо что сейчас происходит, это присутствие, да, что мы здесь тренируем в большей степени. Вот оно, вот это мгновение жизни, которое я могу переживать прямо сейчас. Есть аспект такой мистический, можно сказать, безвременности, когда мы можем испытывать такие состояния, когда как будто времени не существует, или мы со всем объемом времени, который только может быть. Ну, они такие особые, конечно. А есть наше время текущее с изменениями и, соответственно, с памятью, со всей как будто этим накопленным опытом в памяти, с нашими навыками. И тут вот, мне кажется, это тоже важно, этот аспект проживания этого линейного времени, движения в нем и собирания жизни как в единое целое. Потому что действительно мы, те, которые мы сейчас, мы результат во многом, мы результат тех, кого, кем мы были раньше. Мы были раньше, ну, то есть это было какое-то непрерывное становление нас. И, соответственно, все, что мы делаем, если мы говорим о пути, о дхарме какой-то, у каждого она своя, вот этот вот путь духовный, так сказать, или какое-то вот, ну, развитие, то, ну, мы все, кто сюда приходит, к ним в это пространство, мы не, ну, в любом случае не новички совершенно, ну, на пути, да, вот, то есть какие-то рано или поздно это какой-то интерес там к духовным практикам, к практикам развития, он у каждого из нас проснулся когда-то, мы чего-то начали, и уже сюда люди, ну, мы здесь все взрослые очень, вот у нас здесь совсем какой-то прям молодежи не бывает, уже с опытом каким-то. Значит, все, что мы здесь делаем, оно уже ложится куда-то на наш предыдущий опыт. И тогда действительно, может быть, имеет смысл это ценить. Но этот опыт, он не взялся просто так, или там исключительно из наших там каких-то индивидуальных усилий. Он взялся из встречи как раз, встречи с другими, и у кого-то мы учились, чего-то мы учились. Ну и вот это вот чувство благодарности, мне кажется, оно может сильно объединять вот эти времена, как бы связывая их через... Ну, потому что благодарность — это ведь как бы это маркер ценности. А, ну, я так считаю, мне кажется, это достаточно очевидно. И ну, мы благодарны им за то, что ценим. То есть, если что-то не ценно, то что за это благодарить? И вот, собственно, возвращение к этой благодарности может возвращать как бы этот опыт, и действительно, вот как вы сказали, присваивать его в том смысле, что да, это и я прошел или прошла весь этот путь, это и, да, мой путь, это он такой. И вот с этими, ну, я не один или не одна это прошло, а в связанности вот с этими людьми, которые на меня повлияли и, может быть, даже сами не желая того особо, да? То есть это, как бы здесь важна это именно контакт, эта встреча, вот что из него возникает что-то.
Но эта тема со сложностью этого принятия, ну вот я просто сейчас тоже так ассоциативно вспоминаю, опять же, в нашей контексте нашей практики дзен, ну это же не впервые, да, вот в Японии эта же тема была очень такая болезненная, до сих пор она болезненная после Второй мировой войны, потому что очень много дзенских учителей было милитаристами на стороне фактически вот этого, ну такого вот именно агрессивного милитаристской идеологии вот этой. Ну и вполне искренне они это были, я думаю, что просто человек верит в правильность, то есть это не только, мне кажется, из такой чисто, ну как бы позиции, что лучше присоединение, ну как к силе, как безопасности, да, как создание такой безопасности, но мне кажется, у людей это есть, это какое-то искреннее, вот, ну там идеология была тогда сильна, очень, и национальная гордость, вот это у них тоже как-то сильно поднялась в таком вот именно, я бы сказал, фашистующем модусе. И во время войны самой, как бы людям было, некоторым было сложно с этим, да, как вот, что этот учитель вот такой. Ну и после, вот сейчас очень много этого, до сих пор, каких-то этих разборок внутри дзенского этого сообщества, вот кто там из этих учителей, которых мы ценим, там, да, потом кто он был на стороне зла, фактически, ну вот такого агрессивного. Вот, и как вот это вот вместить? Это сложно, но вот особенно, ну, особенно в период, сейчас вот, когда мы смотрим, там, сколько уже после Второй мировой войны прошло, ну, много времени, да, скоро 100 лет будет. И как бы, ну, когда время уходит, проходит, ну, как-то легче все это простить, принять, сказать, ну, да, вот человек там, может, ошибался в чем-то, вот, зато он был, вот, все-таки, вот он много пользы там в другом принес. Пока это еще горячее, но пока это живое, вот сейчас происходит прямо. Это, конечно, сложно. Ну и я рад, что вот вы как-то так можете найти какой-то свой в этом баланс. Потому что мне кажется, здесь очень важно, вот что, ну, это опять вот про наши истины, вот эти относительные. Это все относительно, ну, мне кажется, вот с этой позиции относительных абсолютных истин, это все относительно, да? В любом случае, это контекстуально. То есть и контекст духовных отношений, так сказать, ну, вот этот, ну, такой вот именно контекст, один из контекстов взаимодействия наших там, с людьми или с другими существами. И контекст политических отношений. Они, как бы, они, естественно, сопрягаются. Ну, то есть это как составляет цельность жизни, но это какие-то разные точки, углы, как бы, зрения, откуда мы смотрим и как мы разными гранями соприкасаемся. Вот тут как это все расположить, это какая-то большая задача. Вот как, не соглашаясь там, например, с какой-то политической позицией, ну, например, ценить какое-то духовное влияние, которое, например, было в прошлом. Это прям такая задача большая, на мой взгляд. Спасибо вам, Борис. Я еще, Тар, ты здесь? Я увидел твое вот это сообщение в чате. Могу прочитать его? Тар молчит. Кивни мне. Или скажи, могу? Ага. Вот Тар вчера, просто мы вчера как раз обсуждали эту тему, ну, в связи со вкусом. То есть что вкус делает с нами. То есть это такой вкус, это мотиватор фактически, да? То есть вкус, если приятный вкус, мы стремимся это поглощать, как живые существа определяют это приятное, значит,
следовательно, полезное и что ресурсное. Ну и если неприятный вкус, мы стремимся этого избегать, отвращение возникает, соответственно, мы как-то это отталкиваем. Ну и в крайних степенях выражение это вот жадность и ненависть как крайняя степень отвращения. Ну и вот я там вчера говорил о том, что реакции приходят. И вопрос не в том, чтобы они не приходили. Они, как бы, это, опять же, мы запрограммированы, нужны нам для выживания. Вопрос, опять же, этой осознанности нашей. Следуем ли мы за ними автоматически? Или мы можем трансцендироваться как бы от них? Ну, в смысле, что они остаются переживаемыми, но мы в меньшей степени зависим от их вот этой вот мотивирующей функции. Да? То есть мы можем мотивироваться чем-то другим, не следовать, например, за исключительно приятным и не следовать за тем, что нас отвращает, а выбирать какое-то другое поведение, другие действия. Ну и вот Тара написала вчера: «Здравствуйте всем. Хотела сегодня откликнуться о ненависти и дружественности, не успела. Для меня всегда вопрос, могу ли я проявить дружественность и исследовательский интерес даже к такому яду, как ненависть? Могу ли я не гнать его, не отворачиваться от него, не пытаться от него избавиться, а побыть с ним, как с гостем? Помню, что и это часть целого. В этом мне помогает пространство практики и тренировка навыка внимательности. Благодарю за практику». Спасибо тебе, Тара. Ну да, вот это, собственно, на мой взгляд, и есть наш метод. Ну, вот когда мы создаем это пространство осознанности, ну, как бы, где мы можем свидетельствовать себя, свидетельствовать все свои реакции. И оно и есть такое трансцендирующее пространство. И оно вот создает это переживание устойчивости больше. Вот то, о чем Ларис говорила, что вот за время войны постепенно устойчивость возрастает. И, ну вот она действительно, это сама такая устойчивость из отрезвленности в большей степени с этим пространством осознавания, внутри которого появляются реакции. И, ну, и здесь тогда, вот как ты, Тар, говоришь, что дружественность, она может быть как ценность, как такая метаценность. Вот дружественность ко всему, как ценность, которой мы следуем в большей степени. И эта дружественность может направляться действительно в том числе как к ненависти. Это такой парадокс получается, что реакция отвращения ненависти возникает, но есть вот это большее пространство осознанности, в котором есть качество, ну, исследовательский интерес и дружественность. И, ну, для меня вот здесь это метафора объятий хорошо работает. Embrace — это английское, когда мы обнимаем любой опыт. Потому что в объятии есть вот это, вот как раз сегодняшняя тема этих касаний. Просто для нас, млекопитающих существ, вот это какая-то особая есть часть в этих прикосновениях. Она не чисто функциональная, да, она там есть эмоции. Там есть эмоции. Как вот, если посмотреть, там все эти кошки, собаки, они так стараются обнять, да? Обнять, ну, потому что, опять же, это вот, видимо, запрограммировано нашим млекопитанием. То есть, когда ребенок сосет грудь, его надо как-то вот так вот закрыть, защитить. И этот контакт близкий, он очень важен для нас, млекопитающих. И тогда вот это объятие, почему мы обнимаем друг друга, люди, ну, что кошки тоже обнимают, да? Не только наша, человеческая. Всех, у кого лапы устроены таким образом, что они могут объять, мы обнимаем.
И в этом есть, вот опять же, нечистая функциональность. И в этом смысле, если мы рассматриваем эту практику осознанности тоже как не просто как функцию, да, вот мы функционально свидетельствуем, что происходит, а мы именно обнимаем, то там есть оттенок, ну, такого тепла, ну, как в объятиях, да, вот что когда мы обнимаем, мы добрые. Как бы обнять зло обнять, это какой-то нонсенс, это не работает так. Объятие — это доброе и мягкое, да, и теплое. Что там есть какие-то качества, такие эмоциональные качества. И вот когда мы садимся, мы сидим с собой, а значит и со всей жизнью, которая вот воспринимается нами, в том числе со всеми событиями. Вот опять вот сейчас мы возвращаемся к этой теме отношений внутреннего и внешнего. События, так называемые внешние, они где я их переживаю? Только в переживании, в восприятии. Война, она как бы там вот обстрелы вот эти. Это как бы внешняя ракета прилетает в дом. Но где я это воспринимаю, вы воспринимаете это, где вот восприятие. Получается, что тогда действительно, вот, да, нам нужно, ну, если то есть большая опасность, спасаться от нее, создавать безопасные условия для себя там. Но само вот это переживание, оно внутреннее переживание. И тогда получается важно, как я это обнимаю. Вот это само качество. Как я обнимаю страх, как я обнимаю отвращение, ненависть, как я обнимаю любые вот эти неприятные переживания или приятные. Здесь тогда осознанность, она не такая, это не какая-то отстраненная, холодная осознанность. Вот я считаю, что лучше, чтобы она была теплая и дружественная и мягкая. Тогда как раз в этом, ну, это просто, опять же, мне кажется, физиологически обусловлено как-то нашими там программами, что в дружественном окружении какие-то напряжение легче уходит. То есть волны эти внутренние не легче, быстрее, легче растворяются. Поэтому здесь, когда мы садимся с собой, вот как это такая фраза, которую я сейчас тоже повторяю, ну, такая дзенская традиционная присказка. Самое лучшее, что ты можешь сделать в любой трудной ситуации, это посидеть с этим. Это на об этом, на мой взгляд, потому что мы садимся с любым переживанием. Переживанием беды, горя, переживанием раздражения, переживанием ненависти, страха, чего угодно. Недовольство собой, может быть. Да? Очень же много внутренней агрессии у нас возникает там. Именно что я не такой, как должен быть, должна быть. С болью с какой-то. И вот мы садимся, и тогда очень важно, как вот здесь вот это какое-то доброе отношение к этому опыту, ну, становится, мне кажется, очень важным для нас. Окей. Вот хочет еще рассказать что-нибудь о своем опыте тоже ретрита. Может быть, больше даже. Вот сегодня у Ларис говорили просто про это, про, собственно, 2,5 года. Действительно, у нас уже получается вот 24-го был такой, с одной стороны, был День независимости Украины, а с другой стороны, и день 2,5 года, как юбилей, черный юбилей войны. И вот
Получается, что и наше пространство здесь, вот эта наша встреча, она существует ровно столько, вот этих каждодневных. За что вам спасибо. Всем большое. И, ну и понятно, что вот я смотрю, сколько здесь у нас сейчас 18 человек, вот кто... Раз, два, три, четыре, пять. В общем, вот пять я считал, может, я ошибаюсь, но где-то около пяти у нас или шести. Мы там вот прям с первых этих дней, с первых месяцев войны. Кто-то присоединялся позже и также стали таким постоянными участниками нашего пространства. Вот, и ну и раз мы сюда приходим, значит, это для чего-то нужно нам. Иначе бы не приходили просто. И я так тоже вот сейчас вспоминаю, как это менялось. Ну, первые там дни, месяцы даже, это было такое вот, чтобы как-то с шоком с первым справиться. Потом, действительно, вот мы, ну, получается, что за эти 2,5 года вот в нашу... Понятно, что у каждого еще своя жизнь, помимо наших встреч, большая жизнь со всеми событиями в разных аспектах проходила. Очень много мы там пережили. Но вот эти вот наши ежедневные встречи, они же тоже как бы развивались, да, и тематически, так сказать, и как-то мы, какой-то какая-то динамика была и нашей общности, и у каждого своя. Кто-то уходил и уже больше не возвращался, кто-то возвращался через какое-то время, через месяцы даже, и кто-то присоединяется каким-то периодически, кто-то вот постоянно, практически каждый день ходит, приходит сюда, сидит с нами. Вот, и может быть еще вот этот тоже аспект можем затронуть. Вот вы, Лариса, сказали про свой опыт. Может быть, кто-то еще, вот не только про ретрит, но и в контексте вообще вот всей этой нашей долгой истории уже. Далее, скажите, пожалуйста. Звук. Читаю це. Ага. Добрий ранок. Це як Бог, як передає стан трохи. Мені складно було включитися, тому що я зараз... так. Щас. Мені сложно було включитися, тому що от, ну... Я сейчас пребываю в достаточно разобранном состоянии. Вот, по ретриту, потому что, ну, во-первых, в последнее время у меня как бы... Ну, я вообще человек нерегулярный. Мне сложно с регулярностью. Но то, что, да, вот я здесь... уже столько, ну, вот с самого начала практически, это, да, это, ну, большая помощь, и даже если я не присутствую и даже не практикую, то все равно вот память о том, что есть это пространство, вот как вчера Элка говорила, пространство дома, это очень поддерживает. Я не могу вспомнить о ретрите, потому что у меня что-то сейчас происходит с памятью. Вот память практически ничего не держит. Я это поняла, что это еще из-за того, что все ресурсы... То есть ты включаешься только когда, ну, опасность... А все остальное время все как бы на каком-то таком другом режиме существует. И я сейчас это поняла особо еще,
когда я вот уехала на отдых. Я сейчас... Ой, а что-то я так зависла. А меня слышно? Слышно, слышно, все хорошо. Да, потому что я, моя картинка такая, я такая с рукой и застыла. Очень У меня вы симптоматично. двигаетесь. Двигаюсь, да, у меня картинка вот с так Двигаетесь. застывшей рукой. Да, вот. Привет, я нахожусь сейчас в Словении, недалеко от вашего любимого города Пирана, в Ты что, Изоле. вы вызвали? Да, я доехала с такими, ну, сложности, не сложности, но границу пересекала я 9 часов, то есть на самой границе, вот такой коллапс на границе. В общем, жара, коллапс, машины, то есть доехала я, еле доехала, но доехала. Ну и тут вот странные очень такие ощущения мои, потому что я уже выезжала из Украины, но там я вроде как бы делом занималась, театром. У меня не было такого опыта. А здесь меня плавит, просто плавит. Я здесь сколько? Я, еще недели нет. Море, я иду утром плавать, плаваю, потом сажусь на лавочку и плачу. И я себя спрашиваю, почему я плачу. Ну, как-то вот... Что это, да, что это? И понимаю, что я плачу от отсутствия радости. То есть я вот проделала этот путь, потому что мне очень хотелось моря. А тут я приехала, у меня вообще, вот я плаваю, мне ничего не радует. То есть, я не знаю, то есть какой-то очередной откат. И ты видишь, ну вот поэтому я говорю, что мне сложно что-то говорить, и я не включаюсь и не говорю, и не я понимаю, что надо было бы отозваться, сказать: Валера, я тут, я рядом. Но в результате я не знаю, рядом я или нет, потому что я сейчас очень далеко на самом деле. Вот. Ну, вот это тоже опыты войны, если так отнестись к этому как к опыту войны. Вот, поэтому ничего не понятно, что будет, как мы с этим будем справляться. Вот, смотрю, все так. Как это сказать, похоже на театр. Тут вот недавно был этот рыбий праздник. Люди, тут эти сцены, концерты, значит, гуляния. Я не выходила тут, боялась. Потом думаю, ну как же, ну надо же все-таки посмотреть, как это. Просто одним глазком. Ну, вышла, да, пробежалась, глянула и назад в норку. И что-то я хотела сказать. Да, ну вот я же думаю о том, что ну, у нас же тоже люди радуются, там фестивали, концерты, тоже какие-то события, все. Но чем это отличается? Почему меня вот праздная толпа в Словении так пугает, в отличие от праздной толпы в Украине? Ну там, да, там есть просто этот контекст общего опыта, и ты знаешь, что ну, этот опыт все здесь разделяют. А здесь вот большая часть моего опыта, она здесь вообще никак не приложима, при том, да, при том, что здесь тоже была война. Ну, может, не в Словении, тут как бы, ну, беженцы здесь же тоже были. Вот, есть эти боснийские. Но не знаю, вот этого как-то на самом деле очень травматично это вот то, что ты когда выезжаешь, то вот это ощущение неразделения опыта, вроде хотя ты внутренне понимаешь, что это вообще то, что происходит с человеком, и если сузить, то на этой территории какого-то общего проживания этого ареала. А
А этот опыт, он как бы, ну, не разделен, не в том плане, чтобы кто-то взял тоже тяжесть войны, а в, как это сказать, ну, в то, чтобы взять это в работу. Хотя я понимаю, здесь и в Словении тоже есть вот эти волонтерские центры, ну, тут и украинцев много, насколько я понимаю. Но, знаете, тут тоже вот был у меня один момент такой, что вот сцены там поют. Я подумала, вот у нас, может быть, это потому что от нас это идет, когда вот где-то выступают из Украины какие-то группы там вокальные, музыкальные, там театральные, то всегда как-то после выступления идет вот, какой-то призыв солидарности. Вот, а здесь вот я думаю, что-то мне как-то не хватает, чего я жду. А я жду, что вроде вот концерт, потом концерт заканчивается, и вроде как бы артисты всего мира, как особые люди, тонкие, понимающие, тем более имеющие большие аудитории, они как бы сказали бы, а причем вот этот рыбий день, это был день независимости Украины, 24-го, и как-то никто ничего не сказал. Вот, что вот Украина, независимость, день независимости, вот, ну, тут как-то с этим по-другому. И вот даже я у родственников, у которых тоже есть группа, и они выступают, и вот мы тоже были на концерте, ездили, и там в этой группе поют двое украинцев. Но они ничего не говорят про Украину. Я, честно говоря, не решаюсь их спросить, почему они этого не делают, потому что боюсь услышать что-то такое, что сделает мой отдых здесь еще более. Таким разобранным. Вот. Но, тем не менее, я держусь, я рада, что я вас здесь всех вижу, и что вы меня услышиваете. Спасибо. Спасибо. Я вам напишу. Там поговорим. Неожиданно очень, что вы здесь близко. Да, для меня тоже, что я отважилась с котом, который у меня сейчас львовский он житель. С вами? Нет, он во Львове, Львове. Но это же тоже его надо туда дотянуть, потом дальше ехать. Ну и так что так, я отважилась. Так что хорошо, добре. На связи тогда. Да, спасибо. Ну тут насчет этого, что говорите... Вот это, ну, ваш процесс, понятно, что вот это, вот сейчас, говорите, плачу, кажется, он понятен, в смысле, когда вот как раз, ну, это часто, я думаю, многие же так испытывают, что пока ты, пока держишься в какой-то ситуации, а потом, где как раз держаться не надо, можно отпустить, вот там начинаются эти чувства, там, и плачу, и все, что это, и мне кажется, это нужно дать тоже этому возможность выйти как-то, вытечь. Ну, а то, что люди живут своей жизнью, Словения, ну, да, этот опыт войны, он тут есть, но все-таки он, опять же, при удалении во времени, он забывается. Здесь они даже больше упоминают чаще, там, Первую мировую войну, она вот очень сильно повлиял, ну, как очень просто было жестоко здесь, как раз на этой территории. И Вторая мировая война, понятно, был раскол общества большой, вот во Вторую мировую войну. Там много групп разных, боровшихся там за свои идеологические какие-то эти, ну, мотивы. Эти войны балканские, они все-таки их здесь Словению мало затронули, ну, опять же, по сравнению там с остальными, то есть 9 дней всего война шла, и там, ну, опять же, в сравнении с потом, что происходило с другими странами, здесь минимальные потери были.
И да, там беженцы, все это. Ну, тут опять же, вот время прошло, даже пусть не такое большое, но как-то оно они не очень в это как-то сейчас с этим относятся так. Ну, прям по-живому, что ли. Формально, конечно, вспоминают там все это и обсуждают. А сейчас наша война их тоже действительно, ну да, есть и эти организации, я там тоже как-то с ними в начале войны еще тоже как-то немножко участвовал, там сотрудничал. Волонтерские есть, ну, работа с беженцами. Украинцев достаточно много здесь, да. Но в целом вот позиции страны, да, вот я когда-то был-то, я ходил на митинг тут последний раз, когда это было. В общем, уже некоторое время назад. И президент наш, новая у нас женщина-президент Наташа, значит, пела украинскую песню. Там на экране показывали большом, там выступление Зеленского показывали. То есть это было. Вот, но все равно это, конечно же, видимо, знаете, как расстояние, физическое просто расстояние играет тоже роль большую. Что те страны, которые ближе расположены географически просто к Украине, там, к России, у них и есть эта история, да, ну или даже там Чехия, например, пережившая историю оккупации свою. Понятно, что там интенсивнее это все. Эти чувства интенсивнее, соответственно, ценностная какая-то позиция. У Словении нет какой-то истории, такой вот истории конфликта там с Россией, с Россией, например, с Советским Союзом там, или с Российской империей. С одной стороны, нет этой истории. И поэтому они как все время так нейтрально относятся ко всему. А во-вторых, ну, вот эту географическую удаленность. Ну и тут сложно их осуждать, хотя для меня тоже, конечно, вот это всегда трудно. Вот, ну вот, я же, ну, вот каждодневные встречи, я встречаюсь вот с вами, я все время на связи там с своими друзьями. Я внутри этого постоянно. А на улицу уходишь, другая реальность. Ну и сейчас-то я уже, конечно, привык за это время. А вначале, конечно, прям мне было очень странно. Ну, я, по-моему, даже рассказывал как-то еще в Пиране, пока я жил. Ну, то есть, мы же там переехали в апреле. Соответственно, первые эти месяцы я еще был в Пиране. И я помню, я разговариваю вот с друзьями из Киева своими. Они сидят в коридоре, чтобы, значит, тут, ну, как две стены, да, вот этот закон двух стен. Ну, то есть, вот, еще же тогда не было такого хорошего ПВО, то есть Киев тоже так обрабатывали. Хорошо. Вот, и они там сидят, а я иду по набережной, вот, в Пиране. А тут у нас этот ковид только закончился, и народ как, ну, как-то вот эти ограничения сняли, и вот эта весна, март, тепло уже так, народ сидят в этих кафе, а я вот, у меня в телефоне вот мои друзья там сидят в коридоре. И я не понимаю, как мне это тоже, вот это вот, эти две реальности совместить. Они у меня начинают разъезжаться просто. Ну, как-то потихоньку. Это какой-то путь такой, да, путь. Вот я как раз вчера об этом думал. Ну, это мы все равно этим, конечно, обусловлено сильно. Ну, вот этой степенью вовлечения, она зависит от там, не знаю, близости какой. Ну, вот, скажем, Израиль тоже у меня далеко физически, но у меня много там просто очень друзей. Я вовлечен. Я так подумал, ну, вот там какая-нибудь Сирия, еще какие-нибудь африканские страны, где там войны продолжаются. Но я же не вовлечен туда, и я понимаю, что оно для меня тоже, вот как сейчас для словенцев, для которых там наша война такая
То есть, ну, как бы можно там как-то, да, пожалеть, посетовать, но нет этого персонального глубокого увлечения. А, знаете, Валер, я И просто да, хочу далее. добавить, что я нисколько даже сетую по поводу их реакции, мне это понятно, но вот это по поводу как бы моего персонального, как вот, ну и то, что вы говорите, что как это совместить в себе, потому что, ну, сложно вот эти две, если ты выезжаешь, то есть тогда что, не выезжать, потому что если ты выезжаешь, ты реально вот сталкиваешься с этим, ну, вот сложностью вот совмещения этого. То есть ты себя не находишь здесь. То есть, ну, как вот внутреннее, ну, не то, что прокаженный, но я вот вспоминаю, да, какие-то даже фильмы. Вот был фильм такой, помню, этот эпизод на меня очень сильно повлиял. Вот это «Холодная весна» 53-го, где Папанов играл, вот последняя роль его была на Соловках. И вот последний кадр, где они идут по аллее, два человека с деревянными чемоданчиками, и они останавливаются, прикуривают и расходятся. И вот они как бы узнают вот друг друга, а все остальное вокруг, мир, он другой. Ну, так как люди, которые проходят экстремальный опыт, как им потом возвращаться к жизни, и вот какая большая проблема и сейчас, и после войны будет с ветеранами, вот с этим, с адаптацией к жизни. Да, то есть это вызов, и, наверное, вот то, что мы сейчас проходим, ну вот люди, которые не на фронте, а такую лайтовую форму этого опыта, я думаю, это тоже очень полезно для вообще общего пространства, если мы таки пройдем его, как-то найдем какие-то пути соединения, совмещения вот этого мирного и военного, что ли. Да, спасибо, Лия. Да. Ну, мне кажется, действительно, вот, ну, какие-то есть, понятно, не знаю, даже какие-то методы и техники, там, психотерапевтические, там, работа с ПТСР и прочее, адаптация. Но, мне кажется, опять же, самое главное, это вот это, смотреть в это. Вот смотреть, что, ну, вот, собственно, наш метод, да, мы стараемся смотреть просто вот. Что видно, как это переживается, и тут может открываться этим какой-то индивидуальный путь, уже для каждого тоже какой-то свой, и он такой не только, ну, в смысле, не только интеллектуальный, потому что я говорю, что, например, как я проходил этот свой путь вот этой вот разорванности двух реальностей, а это что я не могу это сравнивать никак вообще с вашим, ну, где я и где вы. Но вот в силу того, что как раз у нас это сейчас реальность еще такая множественная, ну вот я имею в виду, что у нас есть физическая реальность и реальность наших онлайн-встреч, вообще информационная вот эта, она же тоже какая-то большая часть реальности сейчас для нас. Мы в курсе того, что происходит где-то. Ну вот был этот обстрел, мне, я говорю, что пока мы тут сидели, разговаривали, я получил сообщение от друзей из Киева, типа, с нами все хорошо. Ну и я тут же понимаю, что что-то там нехорошо, значит, было. И, ну вот, какое-то прикосновение, вот опять же, этого. Это же, ну, чувство, я же беспокоюсь там за друзей, у меня тут есть переживания. И вот само, ну, видение этого противоречия внутреннего, мне кажется, оно, ну, важно как такой вот первичная практика, базовая самая, вот видеть, а дальше искать этот путь соединения, и он как раз, вот о чем я хочу сказать, что он не чисто интеллектуальный, он вот какой-то общий, это какое-то вот цельное переживание, что что-то находится внутри. И оно потом в каких-то действиях выражается. Ну вот, для меня лично, опять же, поддержание нашего пространства со своей стороны. Понятно, мы его все поддерживаем, вот как раз своим участием. Но у меня есть своя, понятно, часть этого. Вот она вот, собственно, это в том числе для этого, чтобы мне
уметь как-то это внутренне соединить. Окей, ну давайте, наверное, на сегодня завершим. Спасибо за разговор. Сейчас прочитаю, что мы написали. Я написал. Касаясь дыхания, небо касаюсь, друга моего сердечного, брата моего бесконечного, касаясь дыхания. Ходите, все отпускается, расслабляется, живет. Сейчас все так много, что мысли не нужны, они просто мешают громоздкостью и плотностью. Я соскучилась по любимой Санке и любимой Валере. Мистер Байт. Меня скоро взломают растрискани дни, и навпіл розірвуть фінальні ночі. Якщо камінь в нішу, вода розточить, я прокинуся в морі, бездонне в міні. Мзіона. Соприкоснулись свет и глаза, и началась мистерия жизни. Все стало цветным, светящимся с разными формами и структурами. Соприкоснулась я и оно, и началась мистерия жизни. Алексей. Однажды атом водорода влюбился в атом кислорода. Хотел легко коснуться, но намертво прилип. Друг детства бросился спасать и сам прилип к большому кислороду. Так в мире атомов вода родилась. H2O. Светлана, благодарю. Илка. Так быстро находит, за что зацепиться мой бесценный ум. Мой беспокойный ум. Но он не утащит меня дальше вдоха и выдоха. Буду тревожиться, сидя с прямой спиной. Слышу тревогу, пробуя вкус ее. Буду тревожиться, не прекращая жить. Мне кажется, не зря я ошибся. Бесценный ум. Он же беспокоен. Так, я читал, что я написал. Хорошо, давайте завершим. Можем выглянуть в окошке, кто еще может хочет. Спасибо за встречу, спасибо за ваши отклики. До следующих встреч. Счастливо.